Однажды под вечер мы сядем за стол, сойдемся с друзьями за чаем. О чем бы у нас разговор ни зашел, он будет во многом случайным. Но главное будет, посмотрим в глаза, подарим тепло и внимание. Мы сможем чуть-чуть о своем рассказать, и значимым будет касание. Друзей не бывает много, друзья не приходят часто, но параллельные дороги и постоянно участие. Затем разбежимся по всяким делам, другое для нас будет важным. Но время от времени хочется нам войти в быстротечное дважды и снова смотреть, и знакомое петь, из прошлого угли таская. Но мочь не всегда приравняешь хотеть, мы редко свободны бываем. Друзей не бывает много, друзья не приходят часто, но параллельны дороги и постоянно участие. Однажды когда-то мы сядем за стол, когда нам спешить не придется, где будут лишь те, кто спасенье обрел, где будет Господь нашим солнцем. Но там мы припомним и те вечера, когда мы касались друг друга руками, глазами, сердцами. Пора сходиться нам дружеским кругом.